То, что с вами разговаривать нужно, а не с сыном, если от вас документы. Сын ты тут при чем? Дети пригласил, кто-то пригласил. В порядке очереди приглашаем. Ждите, пожалуйста. Мы заняты все. Ну, женщина не заходила. Мы приглашаем. Мы приглашаем. Следующего мы вызываем. Приходить, ясно? Приглашать, ты заходила? Ну как я могла заходить, когда это же с тобой должна заходить-то? Почему? Зачем? Ну потому что, что ж, у меня только документы, больше ничего. Они приглашали, они тебе все разъяснили и так далее. Ой, ты всегда упорачиваешься, нет, чтобы признать свою вину, начинает тут. Уже бы там, сейчас еще 40 минут будет, там уже написано и работа там.